Огромный провал на детской площадке возле дома 11Г по улице Рыжкова образовался в воскресенье 9 апреля. Под землю вместе с грунтом ушла и тротуарная плитка. Жильцы говорят, яма была сначала поменьше, но разрослась на глазах. Ну, дети бегали, она сначала маленькая была, потом стала больше и больше, и вот до таких размеров выросла. Вот так вот дом уйдет скоро, потому что дому всего лишь 7 лет, а уже посмотрите, что у нас творится. Жильцы забили тревогу. С заявлением в коммунальной службе обратилась председатель ЖСПК. За 2 дня здесь побывали и работники водоканала, и представители теплосетей. Но своих коммуникаций поблизости не обнаружили ни те, ни другие. Причину обрушения так и не нашли. А пока идет разбирательство, вот это сооружение и яркая лента в стороне призваны служить преградой и обеспечивать безопасность. Сегодня лучшим стражем для местной детворы стала непогода. Дождь просто заставил сидеть дома. Как только тучи разойдутся, на площадку снова высыплет детвора. Жильцы волнуются, что любопытство детей может привести к несчастью. Лидия Поттер, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».